Конечно, это для нас исторический момент, но если позволите, я хотел бы информировать вас в том, что это не вчерашний, не позавчерашний вопрос. А первый раз к нам было обращение со стороны диаспоры в 2011 году. Первый раз тогдашний наш культурный центр в Стамбуле обратился в парламент Республики Абхазия для того, чтобы создали, дали возможность для наших соотечественников, проживающих в Турции, и во время президентских выборов, чтобы они могли голосовать. Именно речь идет, у кого есть наличие внутренние наши паспорта. Тогда парламент Республики Абхазия и Министерство иностранных дел Республики Абхазия поручил этот вопрос нам. И именно Эркан Кутарба, Октай Чкоту, я занимался с этим вопросом. И было у нас несколько встреч с депутатами парламента Турции, представителями правительства и также представителями нашей диаспоры. И тогдашний вот депутат парламента Турции Саид Чачба, по национальности абхазец, у него было несколько встреч с Министерством иностранных дел Турции и даже премьер-министром Турецкой Республики. Итоги, после долгих обсуждений этих вопросов, турецкая сторона дала нам понять, что это возможно. Но, конечно, это не так просто было сказано, и первое время турецкое правительство этого не хотело, честно говоря. Но когда мы рассказали, что у нас есть возможность то же самое выборы провести в Турции в российских посольствах, видимо, для турецкого правительства было это очень интересный момент. Долго думали об этом они, ну зачем Турции кому-то передать свои влияния, все-таки когда это возможно перевести. Также у нас есть представительство в Стамбуле и других культурных центрах. А после этого мы это все передали тогдашней исполняющей обязанности президента Нурзанура Ачубова, но, к сожалению, у нас время было очень мало. Пусть никто не думает, сегодня именно и диаспора, проживающие в Турции, и мы, как говорится, бывшие репатрианты, это не делано под каким-то кандидатом, для кого-то, ради чего-то, потому что за все это время, 3 недели, вот всякие слышали, честно говоря, это на самом деле неправильно, потому что есть у нас кандидаты президента Республики Абхазии, все достойны наши граждане, и кто за кого будет голосовать, это, конечно, будет время покажет. Но исторический момент, сегодняшнее решение надо было принять давным-давно. Потому что речь идет о чем? Разрешает ли Турция или нет? Разрешает ли российские стороны или нет? Это другой вопрос. Вопрос-то сегодня нам получить свои конституционные права. Если наши диаспоры, проживающие сегодня в Турции, у кого есть наличие абхазских паспорта, если московские наши диаспоры могут голосовать за президента, если в Северном Кавказе наши граждане могут голосовать за президента, если в Гальском районе могут голосовать за Республику Абхазии, и в других районах, и другие населенности, живущие в Республике Абхазия, это абсолютно правильно. А почему проживающие в Турции, наши диаспоры, не могут голосовать? Речь здесь абсолютно не должно быть идти каких-то турецких влияний, пантуркизма, радикального исламизма, который мы слышали, очень модно было последние 2,5-3 года, и много раз это мы слышали, абсолютно нет. Это конституционные наши права. И я благодарен парламенту Республики Абхазия, благодарен нашим гражданам, которые первого дня поддержали нас. И сегодня есть возможность наших граждан, проживающих в Турции, опять же повторяю, у кого есть наличие абхазских паспорта, могут голосовать за президентские выборы. Сегодня турецкое правительство не требует у нас официально какое-нибудь разрешение, лицензии и так далее, без всяких официальных бумаг. По законодательству Турции мы сегодня внутри нашего представительства в Стамбуле или внутри наших культурных центров мы можем вести это мероприятие уже, как написано, как говорит наше законодательство. Но, само собой, Центральная избирательная комиссия будет отправлять свои делегации, также будут представители всех кандидатов. Ну, как и проведем мы выборы в Абхазии, также будет она в Турции. А наша диаспора готова или знает нашу реальность в Абхазии, за какого кандидата голосовать и тот кандидат о чем думает? Знаете, это не должно быть для нас страшно. Мы должны информировать наших граждан, что происходит в Абхазии, за каждого кандидата, какие у них программы,
о чем они думают, и внешней нашей политики, и что касается вопроса репатриации, нашей диаспоры и так далее. И сегодня, потому что не то времена, абсолютно есть достаточно информации у наших соотечественников. Благодаря интернету, благодаря телевидению и благодаря тому работе, которую ведет и Госкомитет репатриации, и другие государственные структуры. Часто ездят туда, получают достаточно информации. Но, конечно, могут сегодня быть недостаточно информации именно за какого-то кандидата, но для этого есть законный срок. Я думаю, каждый кандидат будет отправлять своих представителей туда, в Турецкую Республику. Может, да, они сами поедут туда и будут вести собрания, совещания, где будут они рассказывать о себе и также о своей программе. А Турция этого абсолютно не запрещает. Единственное, есть здесь технические нюансы, и где мы можем подключиться, как бы поддержать нашу центральную избирательную комиссию, потому что, как вы представляете, турецкая территория – это слишком большая. А для этого, наверное, заранее можно организовать, информировать наших соотечественников, у кого есть наличие наших абхазских паспорта, чтобы какие-то времена, вот города Анкаре, Стамбул, Сакарья, таких центральных местах организовать встречи с кандидатами, чтобы люди достаточно получили информацию. Это мы готовили как предложение для правительства. И также была другая работа, вот я лично знаю, тогда вот Олег Нестерович Томения себе вот несколько раз собрал комиссию, вот тоже подготовили какие-то предложения. Но как бы речь ушла по вопросу репатриации госпрограммы, сразу же вопрос поднялся финансирование. Я тогда и ответил, и сегодня отвечу, это как-то был неправильный подход. Даже любого сумма, пускай будет 100 миллионов рублей или 500 миллионов рублей, не имеет значения. Для правильного его расходования нужна была госпрограмма. И тем более здесь речь идет не только о финансовой части. Это же целая программа, и то, что должно было быть указано стороны Республики Абхазия, и начиная Госкомитета репатриации, и каждому министерству, что положено по этому вопросу. Потому что мы все прекрасно знаем, что один Госкомитет репатриации такой огромной работы вести не могут. И это сама практика нам показала. И здесь и есть сторона, и наша диаспора, которые они должны вопросы вести. Потому что здесь речь не идет не только для тех людей, кто возвращался в Абхазию, вот как бы обеспечить их жилье. А вопрос также очень важный – трудоустройство. Но это вопрос не только для репатриантов, это вопрос также стоит для наших граждан, которые проживающие в Абхазии. Вопрос адаптации, вопрос пропаганды. Сегодня, к сожалению, и как и в диаспоре, и немало людей, к сожалению, в Абхазии думают, зачем нам нужен вопрос репатриации. Может, нам лучше те сумму, деньги, которые собираются в фонд репатриации, тратить в другое направление. А но этих же людей надо информировать. Но, к сожалению, есть у нас такие люди, но, может, не они виноваты, мы виноваты. Их надо информировать, почему нам нужен вопрос репатриации. Так что, когда мы обсуждали вопрос госпрограммы, и, к сожалению, со стороны правительства не могли получить то поддержку, но в то же время, если нам посмотреть с 2005 года до сегодняшнего дня, просто я по годам я посмотрел, бюджет фонда репатриации, это составляет около 700 миллион рублей. Немного, но немало. Я согласен, нет, всего с 2005 года до сегодняшнего дня. Там было, но это же связано с бюджетом, параллельно растет фонд репатриации, было 70 миллион какие-то года, потом 80, вот на сегодняшний день она около 120-130 миллион рублей. Но какая бы ни была сумма, если не будет государственной программы, только мы будем решать вопросы на сегодняшний день, на завтрашний день, так нельзя. Любого государства есть госстатистика, любого государства должна быть госпланировка, которые и короткие, и срочные какие-то планы проекта, да, также долгосрочные проекты заранее надо подготовить и к этому готовиться. А, к сожалению, мы всегда делаем так. Но сначала говорим, а потом думаем завтра, как этот вопрос решить, и потом какие-то другие проекты обсуждаются. Но это же не так, к этому надо готовиться. Вопрос госпрограммы обязательно нужен, на самом деле нужен профессиональный подход, и надо изучать конкретно, что нужно для репатрианта после того, как он приедет сюда в Абхазию, чтобы он обратно не возвращался. Потому что наша практика показывает, с того момента,
как открыли дороги, многие приехали и, к сожалению, обратно и возвращались. А тот, кто возвращался обратно, он, конечно, ничего хорошего не скажет. Потому что, в первую очередь, должен оправдать себе, почему он возвращался. В Абхазии плохо, там это все недостаточно, там третий, четвертый. Для этого нам сегодня нужен профессиональный подход, нужен государственная программа, учитывая наш сегодняшний бюджет, учитывая наш бюджет через 10 лет. Сегодня, слава Богу, у нас есть представительство, назначен новый представитель в Республике Абхазия, в Туркменской Республике. Нам надо профессионально с ними работать. Таким образом, мы более-менее можем получить результат.